Мастерская по производству дизайнерских изделий из металла Der Schlosser, а также архитектор Александр Овсянкин. Полет в галактику «Желтые воды». В главных ролях Сергей Иванович, Туган Геннадьевич, Александр Овсянкин, Мерседес и я. Может, я в вербушке выйду? Тебе уж больше. Уже нравится. Мне нельзя в бельдяшке. Я женат. Странно. Желтые воды, а на карте водоемы синие. Водах. Супермаркет ничем не отличается от нашего. Желтые воды. А это и есть галактика. А это то, ради чего мы сюда ехали. Это не, блядь, черемушки, поле, блядь, черемушки. И, сука, опять поле, блядь. И опять черемушки. И опять поле. Небольшая экскурсия от Александра Овсянкина по галактике в желтых водах. Ну, короче, тут по месту. Да. Это... Латунька, да, все? Да, латунь, листовая латунь. Думали, что это будет проще, но это оказалось очень непросто. И это входная зона клуба. Здесь будет такой небольшой диванчик. Вот здесь будет стоять барная стойка. Вот, барная стойка со всей этой историей. Вот. Латунька смотрится очень жирно, очень, прямо на миллион. Да, это ноу-хау придумано именно вот для них. Это для этого. Потому что тут много было решений, и мозаика, и мозаичная плитка, и деревянная плитка. И потом просто щелкнуло в голове, что это должно быть латунь. Это тоже латунь, но это задник барной стойки. То есть барная стойка сюда вот так вот, подковой. А кто все это писал? Это все Никита и его гаврики. Здесь вот это на эсперанто переведенный текст и слышен нам рокот космодрома песни. На эсперанто. Причем переведено... этим переводчиком. Ну, профессиональный перевод. Нет, не профессиональный, просто компьютер. Ну, искусственный интеллект. Ну, это, в этом была вся задумка. Как бы. Google. Google переводчик. Да, здесь все закрыто. Вау! И вот так вся стена.
Латунька. Там вот их надо открывать, там будет виднее. Вот панели придуманы именно в этот кнопке, вот эти модули. Здесь 8 разных единиц. Такая панель, такая, там дальше пошли. Вот здесь такой фрагмент, там более как это сказать, развернуто поставлены возможности. Так оно будет в полумраке. Парадно. Здесь мягкая зона, диванчик не прочный. Здесь надо будет сделать полятины, уже надо их сделать, и обрамление подиума уголком и прочим. Балясины примерно такие. Ради этого изделия ехал я. Небольшой перформанс по установке декоративного пропеллера. Все равно, как оно не будет, все равно начинается ощущение. Да. Надо знать, что ты делаешь. Вуаля, все готово. Теперь можно выходить в город. Ой, красиво. Ой, тятя иностранная. Мурал есть. Творчество есть. Я думаю, что если бы не Санина шапочка, то вы бы сошли за местных, честно скажу. Местная достопримечательность. Памятник Богдану Хмельницкому. Подогнали энное количество моторов, и эта штука поместится, и цветы подогнали в новую мастерскую, велосипед, салют, скорее всего, кстати. Салют. Вот, и лопнула рама, вилка. Да. И я так понимаю, что на тот момент, когда она лопало, я нифига не помню. Я помню, что я погрузился в прекрасную, блаженную, уютную, домашнюю, душевную темноту с маленькими хрустящими звездочками в глазах. Но не больше трех, наверное, секунд, может двух. Ага. Но когда произошло приземление, дайте видите, я интервью даю для потомков. Когда произошло приземление, почему-то это прекрасное чувство как бы куда-то исчезло, а разорванная в хлам морда осталась надолго. Так что делайте выводы. Велосипед хорошо, новый велосипед очень хорошо, а целый велосипед неломаемый, это даже еще лучше, чем новый велосипед. Но так как нам подарили старый велосипед, и по словам человека, который дарил, что он доехал
со Слободки на Балковскую. Теперь своим нам ходом, своим ходом, да. Теперь нам нужно повторить обратное. Не обошлось без сувениров. Урановый магнитик из желтых вод. Держится. Вот такой отличный велосипед достался нам от Александра. Это велосипед Салют со складной рамой. Так, значит, что мы будем с ним делать? Мы оставим его в таком цветовом решении, как он есть, а-ля Red Look. У меня есть откопанная крылышко, не отсюда, но мы его подгоним сюда. Поставим алюминиевый руль, как раз от Александра. Отличный алюминиевый руль. И поищем, хотелось бы, конечно, Брукс какое-нибудь сиденье. Ну, в общем, будет такой у нас Red Look велосипед. Нужно будет укоротить примерно в этом месте крыло, добавить кронштейн крепления и поиграться здесь, поближе к колесу прижать, а можете не прижимать, побольше покрышка станет. Вот Александр нам дал еще такой руль. Наклеечки снимутся. Вообще это какая-то Белла. Супер.